В нескольких школах и детсадах Дагестана из-за гриппа и острых респираторных заболеваний объявлен карантин. Это образовательные учреждения Хивского, Унцукульского и Ахвахского районов. По результатам мониторинга специалистов Роспотребнадзора, рост вирусных инфекций в республике наблюдается, но эпидемический порог не превышен. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в настоящее время она находится на неэпидемическом уровне. Заболеваемость не превышает пороговые эпидемические значения. И по результатам мониторинга за посещаемостью детей уже в республике вынесено 12 постановлений о проведении ограничительных мероприятий, карантина в отношении школ и детских садов. И уже приостановлено на основании этих постановлений приостановлен учебный процесс и образовательный процесс. Это в 4 школах и 8 детских садах республики. На сегодня в Республиканском инфекционном центре зарегистрировано 19 случаев заболеваний гриппом. Врачи призывают население Дагестана к соблюдению простых гигиенических правил и мер профилактики вирусных инфекций. Если в семье появился больной, говорят специалисты, то не нужно заниматься самолечением, а лучше сразу же обратиться к медикам. Необходимо отметить, чтобы наше население своевременно обращалось к медицинским работникам, потому что это как остро-респираторное заболевание, как вирусная инфекция протекает, поэтому и начинается как остро, с высокой температуры, с недомогания, поэтому обязательно надо обращаться к медицинским работникам, чтобы выставили окончательный диагноз и чтобы лечили своевременно от данной инфекции, которая есть у больного.